Верно пишут, что мироточащий бюст – это лактация. Но мне интересно другое. А у историки, а были ли в России времена, когда у власти в стране находились сумасшедшие? Павла Первого я и сам вспомнил, но он все-таки явно был адекватнее. Ну вот чтобы в клиническом смысле этого слова. Я просто не знаю, чем еще объяснить все последние события. Вот человек страдает от неразделенной любви к покойнику в короне. Другой собирает фекалии, чтобы кидать им в КХМ оппонентов и рассказывает, как ему гадит американка. Третий дает команду облить картины мочой из баночки. Может, они и правда пытаются привести реальный мир в гармонию со своим внутренним? Конечно, у власти клептократия. Конечно, военные преступления, убийства, полный набор. Но, возможно, хотя бы часть из этого не в шутку, а всерьез объясняется психиатрией. И впереди нас ждет первая в мире психиатрическая революция под лозунгом «За наше и ваше душевное здоровье». Если ваш друг отведет вас в сторонку и по секрету расскажет, что он Наполеон, давай, мол, вместе завоевывать мир, вы позвоните в 03, или какой там сейчас номер. А если это будет президент вашей страны? Дмитрий Гудков.